12:30, звонок. С вами хочет переговорить Владимир Владимирович. Активист-эколог Василий Московец вот уже третий день главный герой всех челябинских новостей. Ведь именно ему неожиданно Путин позвонил лично. Кнопку «Запись» на телефоне Московец нажал машинально. Вы же специально мне обращались, потому что я его читал, я знаю. Самое главное, что президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович сказал, это обращение к нам, к южноуральцам. Я вас слышу, и я буду с этим вопросом разбираться. Разбираться – это Путин про строительство Томинского горно-обогатительного комбината, где на огромных карьерах планируют добывать медную руду. Стройка, кстати, и сегодня вовсю идет. Против нее уже 4 года и протестует часть местных жителей, ведь до Челябинска рукой подать. Я хочу дышать чистым воздухом. Хочу пить чистую воду. Они все настаивают на убедительной экологической экспертизе. Об этих опасениях говорил и президент по телефону, отметив, что ни одно решение, тем более по строительству такого объекта, не должно приниматься кулуарно. Я вот говорю вам честно, не знаю, надо его запрещать сейчас целиком или нет, но точно совершенно его нельзя разрешать. Из всех вот этих предварительных глубоких изучений и без открытых, абсолютно понятных людям слушаний, аргументов, учета их мнения. Уже через несколько минут после звонка Путина активистов ждал еще один уже из приемной губернатора. Сигнал президента услышали и там. Будем в них работать для того, чтобы, собственно, понять, есть ли те риски. Мы в любом случае обречены на то, что сесть и договариваться. И очень радует, что именно сейчас этот момент настал.